Здорово, киберспортсмены, на связи я, Скилл. Сегодня мне отправили Infinix Note 40 Pro. Это новенький крутой телефончик от Infinix. Сегодня мы с него сыграем против каждого игрока RGG и сделаем на него обзор. Погнали к видосику, let's go. Что ж, и первый игрок у нас на сегодня это Ярик Шорзик. Поздоровайся, брат. Всем здорово, ребят. Ну что ж, Ярик, сегодня мы с тобой фигачим жесткую дуэлечку. Так, ты готов? Ну, говорят, да. Говорят, в общем, Infinix это мета. Ну что ж, Ярик, погнали, запустим первую дуэлечку и посмотрим, на что способен этот телефон. Let's go. Ну что, Ярик, я начну за КТ, давай. Смотри, сегодня у меня получается Infinix Note 40 Pro в руках, братан. Это просто, это просто лютый телефон. Я поставил уже 120 Гц, поставил 120 FPS себе. Вот, поэтому проверим, на что он сегодня способен действительно. Ты готов, братан? Погнали! Первая дуэлечка именно с тобой, брат. Ну что ж, ребятки, а я напоминаю, что этот телефон у нас 120 Гц, а именно 120 FPS. Это очень удобно и самый бюджетный телефон, по-моему, за такие деньги, как бы, и на 120 FPS. Нет! Как он тут оказался? Так, иди сюда, где ты, брат? Он ставит пачку! Я перевелся! Пацаны, вы видели, как жестко я перевелся? Я напоминаю, что здесь дисплейчик 6.78 AMOLED, пацаны. Что дает крутую картиночку прям в сэндбоксе. Это как. И, кстати, сам экран 1080 на 2436. Это все жестко, но у меня уже есть оправдание. Не, брат, но у меня просто очень быстрый отклик на этом телефоне. Он позволит попасть в киберспорт любому игроку начинающему. Ну, так, ну да, говорят, Кронк с него играет. Лучшие киберспортсмены мира мне с него играют. Ярик, куда летишь? Я что с рукой? Это что с рукой, пацаны? О, я вижу такую. О, вот это норм мне поставил. 34 хп Ярику оставил я. 34 хп. Пошел зажим хаешка. 3, 2, 1, 0. И Ярик, ты что, вернулся? Да. Спасибо, Ярик. Спасибо. Ярик, пацаны, очень жестко. Жестко я его выиграю, конечно. Надо тоже взять ему 40, да. Надо тоже взять ему 40, показать, ну, настоящий скилл, по-моему, с этого девайса. Так, let's go. Я, в принципе, готов. Беру хаешечку. Не, пацаны, ну, отклик здесь просто бешеный, быстрый, крутой. Вот. Второй. О, вот это на неожиданности, да, было? Да. Я думал, это это было жестко. Ну что ж, последний раунд первой половины, пацаны, и после смена сторон. В принципе, прикольно. Я бы с такого варианта турнирчик-то играл. Так, накидываем флешечку. Let's do it, Ярик. Ну сейчас ноускопчик поставлю тебе, лютый, чтобы ты не расслаблял свои булочки. Букинг. Иди сюда, букинг. Ты что бегаешь? Ты что, реально? What the fuck? Я флешу, оно было цель. Флешки. Да? Норм. Просто Ярик блайнд. Окей. Брат, ну слушай, Infinix Note 40 Pro, братан, вообще не кодекс, по-моему. Просто на изи, брат, на изи. Ну, я, наверное, буду продавать свой iPhone и покупать Infinix. Что там, думаю, какое здесь разрешение 1080 на 2436 пикселей, ты представляешь? Это очень жестко. О, Ярик. А давай на ножах. Давай. Сравним, как регает урон. Лучше, не лучше? В 120 FPS, да? Такой бюджетный смартфон, пацан. Норм. Такой бюджетный смартфон, в принципе, норм. Обыгрываем, Ярика. Ну, Ярик, знаешь, брат, как говорится, кто мы, если не RGG, да, без вантапа на калаше? Ну-ка, давай, иди сюда. Я покажу, что такое настоящий. Сейчас я тебе покажу. Нет, здесь, кстати, очень удобный функционал. Это, ну, реально телефон классный. Так, с учетом того, что я еще реку и на высоких настройках, пацаны, сегодня играю. Это жестко. Я даже как бы на старых девайсах своих я не ставил высокий, потому что лагало обычно. Здесь норм. О, пошел зажимчик. 2-7. Нормально, Ярик. Ну, это было хорошее. Я предлагаю тебе сейчас дуэлечку на М40, брат. Нормально, Ярик. Мне хедшотик прописал. Не, брат, давай еще на М40. Давай, я давай, повторю давай. Сейчас свой успех. Повторю. Повторишь успех. Повторю свой успех, который был до этого, да. Ну, это был почти хедшот, Ярик. Ну, что стало? Бум, шоколадка. Да как его контрить? Ну что ж, пацаны, мы идем к следующей дуэке и погнали. Ну что ж, киберспортсмены, вот мы уже и в игре. Тимох, мы с тобой играем вторую дуэлечку. Я выиграл уже Ярика. Поздоровайся. Всем здорово, ребята. С вами я, Тимох Ажаро, и сегодня мы будем играть против Александра на новом, говорят, имбовом устройстве. Infinix Note 40 Pro. Сейчас мы это и узнаем. Кстати, Тимоха, на Infinix установлен крутой чип.
MediaTek Helio G99, который позволяет нам, братан, тащить в любой, даже самой крутой и патовой ситуации, где очень много гранат и проседают FPS. Реально? На этом устройстве, да, брат. Ну что ж, ты готов? Я сейчас покажу, что такое настоящий скин, брат. Давай. Давай, иди сюда. Опа. Ну нафиг. Нет, это было жестко, это было жестко. Норм, братик, норм. Нормально. Поставил. Кстати, брат, знаешь, с какой операционной системочки я играю, брат? Какой? Ну как ты думаешь? Конечно же, с Android 14, брат. Чего? Офигеть. Ребята, я да. Честно, я в шоке. Никуда ты не пустой, брат. За это точно отпустить надо, за это надо наказать. Вот то, что я отвлекся, брат, вот то, что я отвлекся, и вот, ну, ГГшечка тебе. Ой-ой-ой, на ходу, на ходу. 14 хп, это что такое, она? Это что? Я не понял. Угу. Я взял авик. О, чё, ты уже запушил? Чего? Нет, такого. Такого ты не ожидал? Я такого реально не ожидал. Чего я поставил это? Только тебя не убил, вот это я нубил Эльдара. Вообще, я думаю, я бы тебя выиграл, будь у меня тоже инфиник. Так, граффити обязательно. Так, мне на самом деле очень нравится, что у меня 120 Гц на телефоне. То есть я играю в 120 FPS, чего нет вообще на каких тут, знаешь, таких дешевых флагманов, которые реально, так сказать, ну, дешевые, типа, блин, такого ни у кого нет. Вот ты обошел скот, я даже прям. Я даже в смоках чувствую себя стабильно. То есть, я такого не ожидал. Это такая крутая подарочная, знаешь, типа, ты можешь подарить бабушке, маме, типа, всем кому угодно, вот такую вот крутой стильную упаковочку. Ну это реально круто, люто. Да, реально мета. Вот у меня инфиникская мета. Ой-ой-ой, я думал, ты меня будешь ждать, это запушил. Ну ты хотел кликануть, я видел. Я хотел, да, я хотел потренироваться, так сказать. Не зря первое время. Ну нет, это очень жесткий, это очень жесткий. Вот это жесткий, кстати, тоже брат. Это очень жесткий. Бам-бам-бам, понял? Притворился одну бомбу. Да, потом... Притворился одну бомбу. И потом расфигачил тебя просто полностью. Это было сильно. Давай, я накидываю флешечку, лови, так сказать, маслину. Лови маслину. Даем еще флешечку. Так, где ты? А ты? Где? Ой, что? Сзади был. Нихуя, братан. Что ты, нифига ты обошел, ты что, тёмку запушить решил? Ну да, я тоже с твоим пальцем деланный. Чего? Просто лютый, брат, спасибо. Это точно читы. Мы играли с новенького Infinix Note 40 Pro. И вы не забывайте, пацаны, что по ссылочке в описании можете приобрести такой же телефончик, как у наших игроков РГГ. Что ж, пацаны, а мы идем в следующую дуэлечку. И следующая дуэлечка у нас Даньком Сейджера. Данек, поздоровайся. Мне кажется, я готов проигрывать, так как там 120 FPS я слышал, да? Ну что ж, ты готов? У меня 120 FPS. Let's go, братан. Я тебя жестко разнесу. У него первый хачотик пошел. Это ты сигнал не повесил? Да. Нормально вообще, жестко. Что ты понимал, это просто, ну реально, бюджетный телефончик, с которого вот я уже просто, и вот, ну реально, я уже столько часов поиграл, и он меня вообще прикольно устраивает, и он стоит мало, и в принципе, знаешь, для начинающего садокера, мне кажется, это люто. Ой, Данилович, я уже сверху пикнул, как, брат, ты понял? Как ты попал по мне в пиксель? Ты понял, я даже просто как молния, пау-пау, чау-чау, и все, тебя просто нет, брат. 3, 2, 1. Как? Как ты меня взорвал? -56. Я же попал тебе первым. Это было жестко. Ты, кстати, ничего было. Это бред. Да я просто выходит на хаешку. Ой, Данечка, это ж к тебе, братан. Ну что ж, киберспортивные флешечки это же летят туда, вот прям залетают Тёмочку. Мы с тобой сейчас. Вот это тоже, кстати, лютый был кивличек. Че, братан, на М40 делаем? Ну давай, дуэльки на М40. Давай, дуэльчику на М40, пацаны. Ну здесь лютые фликшотики залетают с первой просто в голову. Бам, спэмс, трипу-пумс. Так, ловит. Дай тебе флешечку. Да я тебе флешечку кидаю. Не, я тебя взрываю еще. Хорошо, я накидываю хаешечку, лови. Короче, мне надоело это. Я понял. Тут реально вита разница, в принципе. Да, причем я играю, знаешь, на фул настройках. Типа, я играю в фул графе, и это просто, ну реально, бюджетный телефон. Который стоит, я не знаю, ну блин. Просто как, я не знаю, в столовую сходить, братан. Читы, братан, читы. Заканчиваем эту дырочку. Просто на изи, Данька, блин. Куда ты лезешь? Ну, просто флешечку надо накинуть, так зафигачить. Так, и...
Я фушеный. Чего? 360 баллов. Бан очень плавный, пацаны, и позволяет делать такие крутые и лютые развороты. Мне, знаешь, что нравится? Мне нравится коробочка. Коробочка Тинтинс просто лютая. Ну, красивая. На подарочек вообще пойдет просто супер. На ура. Ну что ж, мы продолжаем, брат. Давай, так. Кстати, у меня в наборе там зарядочка. Все круто было, знаешь, вообще кайфовенько. Не то, что в айфоне. Ну, согласен. Так, ну что ж, мы с тобой сейчас... Ну что, сейчас возьмемся, где ты у нас? Уа? Хотел дать жесткую ниндзя... Ниндзя дэв, да, брат. Ой-ой-ой, я тебя даже не вижу, я не успеваю попасть. На мулик, пацаны, я просто скоростная. Пяу-чау-чау, все. Тебя нет, брат. Хорошо, сейчас я тебе такой вантапчик поставлю, чтоб ты вообще охренел просто. Иди на лок, я тебе покажу, что такое скилл. Не догонишь, нет! Ну я хотел вот так же вольм показать, что писа так. Преимущество, да, свое? Флешечку тут нет. Let's go. Пацан, кстати, я сейчас покажу свой конфиг на Infinity. 52, брат, 52. Пацаны, показывают свой конфиг на Infinity. Я поставил фул просто, фул видео. 2.31, 2.31. Получается прицельчик и цвет прицела. Как? Новые патроны просто закончились, тебе повезло. Я понял, брат. Ну что ж, Данечек, мы идем дуэльку со следующим. Я желаю ему только удачи. Ну просто без шансов на таком девайсе. Против вас играть, пацаны, это жестко. Ну что ж, мы идем дальше, пацаны. Спасибо Данечку за дуэльку, а мы погнали. Ну что ж, киберспортсмены, вот мы уже и в игре с Водосом Клипаном, нашим игроком RGG. Братик, здорово. Всем привет. Ну что ж, Водосик, брат. Привет, братан. Ну что, ты готов фигачить? Да. То вот мы уже играем сколько каток, типа, по сути, мы уже сыграли, сколько там, 3 дуэльки, и ты последняя, слушай, 4-я дуэлька. И у меня до сих пор не разрядился телефон. Знаешь почему? Потому что батарея у него на 5000 мАч. Что позволяет мне реально просто фигачить в него в установке. Ну что ж, мы с тобой... Да, это неплохо. Мы сейчас с тобой тоже сыграем дуэльку. Я уже просто тут кондиции конкретные, понял, брат? Наиграл. Так, что ты где? А я вот хожу. Понятно. Понятно, 4. Уже не хожу. Уже не хожу, брат. Мне просто все говорят, Саня, ты что, 4 скачал? В принципе, брат, это реально лучший, знаешь, телефон на андроиде, с которого я играл. Причем реально очень дешевый. И доступен для всех. Куда? Эту эсушку сейчас заберу, брат. Понял. В принципе, Владос, у меня вопрос. А ты... Вообще, знаешь, какой-либо смартфон на рынке, который, знаешь, типа, по такой же ценовой категории, как Infinity Note Pro, вот с FPS. Слушай, ну сейчас на рынке даже нет таких аналогов, и телефон уже можно приобрести сейчас по ссылке в описании. Все верно, братик. Владосик, так сказать, правду говорит, пацаны, поэтому по ссылочке в описании залетайте, приобретайте и, естественно, покупайте. Ну что ж, Владосик, мы продолжаем свою дырочку. Let's do it. Ну, у тебя как будто реально там 4, зачем? Понятно. Норм. Хедшот поставил. Нифига перевернулся, брат. Даже неплохо. Понятно. Понятно, Владос. Расфигачил. Жил 7-16. Неплохо. Закатай. Нормально закатай. Нашел там. Ооо, какой фиг, брат. На ходу ставишь. На ходу, да. Сори, Владос. Я там в телефон все встроено. Ну все встроено, брат. Так, где ты? Чего? Я даже какая-то не знаю, что. Я тоже, брат. Это просто вот там жесткий был. Ой, пацаны, это лютый фонг. Хорошо, братик. Так, ну если я сейчас вот это сделаю, 3 хп, блин, реально. Я хотел, понял, дропнуться. Как скрутиться и в воздухе тебе вантап дать жесткий. Это там что-то хаешка у меня неплохая взлетела. Да? Потом смог? Который был? Да. Это 3 хп осталось, по сути. Там еще потом пуля рядом со мной прилетела. Базар, уже. Просто харкнул во Владос. Не, пацаны, ну это просто... Это было жестко. Ну что ж, брат, спасибо тебе большое за дуэлечку. Пацаны, это были дуэлечки с игроками РГГ. Владосик, попрощайся. Всем пока. Ну что ж, Владосик, ну я думаю, стоит Infinix покупать, брат. Как будто стоит. Без шансов, брат, без шансов. Еще мы играли на этих инфиниксах на лане у Вельки. Поэтому смотрите лан-турнир и, естественно, пацаны, не забывайте заказывать инфиникс по ссылочке в описании.